Подтверждаю, зажигание включено. Операция в действии. Сука. Соединяющий сенсор высоты. Поставить на 500 метров. В зоне выброса не спокойный. Отклонение будет минимальным. Полагайся на сенсор высоты. Пускайся на постоянном тоне. Установлено. Кислород включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Красный включен. Дима, опусти платформу. Заперты кодом. Хорошо, мы можем их слышать. Хорошая идея насчет машины. Давай следовать дороге. Последние спутники его изображения показали большую оживленность на вилле. У нас всего лишь 30 минут, может даже меньше. Знаешь, а если сразу поедем на виллу? Окна затемнены. А чего ты ждешь? Не подумай, что мы патруль, сразу пропустят нас через ворота. Не рассчитывай на это. Смотри, смешайся с конвоем. Мы проследуем за ними внутрь. Молодец. Тщательно в нашей стране. До этого никогда не было.
Americans are coming. They're near Gilad Valley. Get everyone back here now. We're leaving. Sir, the airspace is problematic. I'm aware of the situation. Just do what I say. Отлично. Он совершенно не догадывается, насколько мы близко. Все равно это будет впритих. Нам нужно быть готовым ко всему. Кирилл будет первым. Я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас, где нужно. Будь готов к изменению. Помни, Гру хочет взять Кафарова живым. Но самое главное, это ядерный чемодан. Блядь. Стой так вон на расстоянии. Давай, будем делать это. Готовься. Ворота! Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Блядь! Вон, белый гист. Дима, они нас не пропустят. Возьми, который спереди. Жди моей команды. Жди, жди, жди. Три, два, один, давай! Дверь прави. Дверь будет держаться какое-то время, давай. Вот так контрольно. Sir, enemy forces confirmed on the ground. Are they American? We don't know. We'll know shortly. У дома. Я вижу. Дима, там, труба за дорогой. Пытайся зайти в фланга. Ну, недооценил его охрану. Смотри за крышей. Била на другой стороне. Подожди, пускай они подойдут к нам. Дима на крыше, обеспечь наблюдение. Кирилл, ты и я снаружи. Я видел дверь сзади, справа. Что такое? Давай, красавец!
Defensive perimeter! Fall back! Defend the safe room! Ты уверен, что мы их не сможем обойти? 100%! Мы должны обойти дом, чтобы пройти на вертолетную площадку. Дима, очисти верхний этаж. Кирилл со мной. Второй этаж, давай! Set up a machine gun. Don't let them get to the helicopter.
see them? No, not yet. I heard it was three men. Raja, can't be. How could three men do this? Там была дверь сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти. This key goes to a safe deposit box in Geneva. Take it. Take everything in it. I don't have them! Do you understand? It's not me you want. It's not... It's Solomon! Listen, I have information about Solomon. I know what he's planning. I know where the suitcases are going. Let's make a deal. My freedom for information. You let me go, I tell you everything. I tell you where Solomon is going, I know what he is doing and where... So you drive there. You and whoever's left, you, Cole Montez. Now, if I'm in your shoes, I'd be thinking about my friends. I'd be wondering what I could have done differently. I might even be wishing it had happened to me and not them. So you get to Kafarov's villa, ahead of the main forces of Russians, ahead of everybody. Not everybody. Dima was there, wasn't he? And you made a decision. You made a fucking momentous decision about your life and your allegiance, about how much you're willing to do for your country. You don't know anything about the decisions I had to make. Tell us what it was then. Convince me.
We split up to search the villa. I was alone. Do not do anything stupid. This piece of shit right there stole 3 nuclear devices from Russia and sold it to a man called Solomon. Solomon's using the PLR. He has at least 2 targets, New York and Paris. He is using public transit to move the weapons. He's going to detonate the New York device at Times Square very soon. This cannot happen. We can avert war between our nations. Just 2 of us. No politicians. No money changing hands. Just 2 soldiers speaking the truth. Help me. Help me to do this. That's it. I have to leave now. You don't shoot him. Millions will die. Get down on the ground! Remember, whatever you have to do to stop Solomon's plan.